Hello! Всем привет! С вами Bitfint. Мы сегодня будем играть Toy Maker. Это такой вот на досе ужастик, наверное. Я не знаю, ужастик ли это на самом деле или нет. Ну, давайте будем разбираться, смотреть. Я пытался что-то сделать тут с разрешением, но не получается. Поэтому немного здесь... Так, что происходит? Немного здесь как-то вот так вот все не очень выглядит. Какие текстуры. Так, а собственно, куда нам идти-то? Так. Назад, наверное, да? Чисто я буду сейчас ориентироваться по стенке, потому что я не знаю, что вообще здесь нужно сделать, кто тут будет за нами ходить или бегать, или что, вообще непонятно. Но это что-то типа хоррора на досе, прикиньте, на досе. Я в шоке. Пока все тихо. Ну ясно, что. Пойдемте дальше. Наверное, так задумано было. Опа. Здорово. Хе-хе-хе. Блин. Смешная игра. Что тут за чуваки встали? Алло, вы что, меня хотите гопнуть? Не, я сейчас провалюсь в очередную текстуру, и меня никто никогда нигде не найдет. Ясно? Вот и все. Ну где-то... Так, это тупик или это проход в текстуру? Сейчас будем смотреть. Хорошо. Пока что ходим просто. С одной локации в другую перемещаясь, наблюдая какую-то дичь вокруг. Ну, на досе такие игры были, ребята. Я помню, у меня еще на досе, когда дос стоял, ну, я его так просто решил поставить, поугарать. У меня там браузер через блокнотик запускался, через команду. Да-да. 1994 год это. В смысле? Я проиграл? Что за херня? Серьезно, здесь... Что тут вообще делать надо? Так вот, сейчас я на ноутбуке на своем поставил на один сектор диска досовскую винду нашел у тебя. На жестком рабочую, в нормальную всю версию. Не, ой, на жестком. На болванке, ёпта, на обычной болванке. Думаю, дай-ка я поугараю, посмотрю. И тут на тебе такая игрушка выпала. Ну как бы не записать ее, но это же грех. Это грех. Так, я понял, что тут на табличке было написано. Будем рассматривать пиксель. Так, вот тут. Нет. Я все равно найду выход отсюда. Что-то пока ничего не страшно. И не было страшным. Просто чисто здесь такая вот своеобразная. Вау, 2D графика. Звуки вот эти вот. То есть что-то здесь есть такое, но пока ничего страшного я не наблюдаю. Что такое? Видите, как обзор туман сразу. Не туман, а темнота. Обзор это. Угол обзора называется. Назад пойдем. Опа. Здравствуй, Слендер. Так, ясно, назад нельзя, значит, идем на звук,
Главное, чтобы здесь звукового сопровождения не было. Картинка здесь не такая страшная, как в новомодных играх. А вот звуки, возможно, здесь будут резкие и жесткие, и страшные, и криповые. Но... Ба... Что, опять проиграли? Да вы издеваетесь, ребята. Короче, я сейчас попробую еще раз. Не получится, хрен с ним. Просто будете знать, что такая чушь, такая игрушечка существует на самом деле. И в нее реально поиграть. Кому интересно, в комментариях напишите, я вам дам ссылочку. Или установщик. Но другие игры я пытался, там было что-то наподобие шутера про зомби, но у меня она не запустилась почему-то. Типа пишет, у вас слишком новая система, а эта игрушка древняя, она только говно мамонта тянет. В общем, у меня компьютер сказал, алё, ты чё, гонишь что ли? На новомодном компьютере в такую говнище, в такое играть. Что это? О! Подожди. Блин, башка кружится. Что за наркоманская игра? Я думал, новые, как выходят эти у нас инди-хорроры, наркомания. Вот где настоящая наркомания. Вот он шедевр досовской винды. Вот он ужастик тех времен, который снился вам по ночам. Вот он тот ужастик, который мама вас запрещала, точнее, смотреть на этот ужастик. Он снился вам по ночам. Вульфштейн 3D. Смотрите в кинотеатрах. Эпизод с первого по шестой эпизод. Да, тут было написано. И подпись еще. Так, алло, бля. Куда идти надо? Это что такое? Там Вульфштейн, здесь другая хренотень. Блин, башка кружится. Это я еще играю. А... Тедди, здравствуй. А кто будет смотреть, у того вообще башка будет кружиться. Я думаю, если мы пойдем в сторону Тедди, мы опять проиграем. Что-то мне подсказывает такое, что мы опять зафейлимся с вами скоро. Или нет? Где мне найти ответ? Все по правилам, по правой стеночке ходим мы. Постоянно по правой стеночке. Не забывайте. Постоянно по правой стеночке. Опа, горящие глаза, злой медведь. Я понял. Опа! Это конец, ребята, походу. Это фейл будет. Я не знаю, что ожидать от этой игры дальше. Но она мне не нравится, но я просто, не знаю, захотел вам показать. И посмотреть, как это работает. Боже мой. Как еще неудобно ходить на стрелочках. Это вообще пиздец. Да уж. Вы меня сейчас спросите, а что ты делаешь? Почему ты ходишь кругами? А я тебе отвечу. Я знаю свое дело. Я знаю, что надо делать в этой игре. И куда примерно идти, чтобы не зафейлиться. Я знаю. Если ты еще не понял. Здрасте. То это твои проблемы, чувак. Тедди красные глаза. Так. Опа. Я понял намек. Подожди.
Ёбаный. Фу. И музыка затихла. И сейчас мы наверняка напоримся на какого-нибудь звукового скримера. Точнее, скримера со звуковым сопровождением или просто звуковое сопровождение. Я все правильно сделал. Это типа новая локация, ребята. Что мне остается делать? Да ничего, гуляем дальше, смотрим. Везде раскиданы медведи, то с горящими глазами, то нет. Господи, что за наркомания? Что за дичь здесь происходит? Что за игры? Ну, разве вы это играли раньше? Даже если бы у меня был бы DOS, я бы наверняка бы в такое говнище не играл бы. Я бы сидел, играл бы в карты или что там есть в этом DOS'е бы еще. Сидел бы в браузере Explorer 0.1 версии, который зависает каждые 10 секунд, бля. Но точно в такую хуету я бы не играл бы. Уж поверьте. Зато теперь вы знаете, какие игры есть на DOS'е, а какое управление я вообще промолчу. Просто промолчу. Давайте сейчас просто будем ходить без комментариев. Без комментариев. Поехали. Я просто не могу не комментировать эту дичь. Я не знаю, что настолько здесь по-наркоманскому. Сука. Ладно, я молчу. Просто смотрим на кирпичи и слушаем шаги. Здрасте. Все, короче, пиздец. Достала меня эта игра. Просто достало. Что-то мне не хочется проходить еще раз. Но я думаю, последнюю разулечку стоит попробовать. Мы должны ее пройти. Или нет? Вот хуй его знает, куда идти на самом деле. Это не хоррор. Это, блин, наркомания. Ёб твою мать, заткнитесь, звуки страшные, они уже смешные. Дискотека, поехали. Пизда мне. Она мимо меня прошла, музыкальная дева. Ай, я не могу, блин. Давай новый минусочек. Накинем на биточек. Поехали. Алло. Вон там стоит шмара. Музыкальная. Ну давай. Глаза горят. Давай, давай. Так, я сейчас потихонечку отхожу от тебя. Ухожу. Разворачиваюсь. Опа! ТП. ПТ. ТХ. ТГ. Шо за Х? Здравствуй. Все, мне пиздарики, да? Здравствуй. Какие у вас ёб твою медь. Короче, меня запарило уже играть в эту дичь. Вообще непонятно, что надо делать, куда идти. Ну, я просто вам показал, заценил, какие игры были раньше, на чем, во что играли раньше, не то, что сейчас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Битвинт, и пока-пока, ребята.